Ребят, всем доброе утро! Сегодня новый день, новый влог. Сегодня я решила вместе с вами отправиться на майские к моим родителям, почему бы и нет. Собственно говоря, сейчас я еще сижу дома, завтракаю, но буквально через пару часов я уже буду ехать в электричке в один очень прекрасный город, откуда меня обещали забрать. Я приехала близким. Спрашиваете, зачем я сюда приехала, я сама не знаю. Меня здесь должны были забрать, но так получается, что меня заберут, но только чуть-чуть попозже. Поэтому я вот пришла в парк, буду тут сидеть. Хотела сходить в другой парк, это типа центральный. Есть еще горки, мне там больше всего нравится. Я здесь даже фотографию, если не забуду, вставлю с того места. Но у меня очень мало времени, по сути. Я думала, что у меня мало. На самом деле, у меня еще есть минут 40. Можно туда пойти, минут 15 идти. Там чуть побыть. Ну, я решила просто здесь посидеть. Сейчас почитаю книгу. Не зря же я с собой взяла. И буду ждать, когда за мной приедут. Ты как мувитон, паришь и не паритон. И как не горело, не твое, а? Это ведь не поле боя, и даже не Малибу. Ведь я вижу волевую зепу. Сзади сидит прекрасный мужчинка. Вот, и сейчас мы ждем мою подругу с ее братом и поедем покорять Дон. У нас за окном, правда, пошел дождь. Можно видеть, да. Но, тем не менее, мы не отчаиваемся и думаем, все будет хорошо. В любом случае, сейчас он уже почти не такой сильный. То есть, ну, что-то там капает и все. Вот, поэтому ждем, сейчас выйдет Юля и поедем вчетвером. Походкой легкой расплетай косы. Я дышу тобою, в тебе воздух. В тебе как подросток, свечку на бровке. Получу за тебя, да и пофиг. Свечка по ГОСТу сидит зачетно. А ты засела в сердце плотно. Походкой. Наконец-то доехали. Все, куда планировали, наконец-то доехали. Замри на чуток и прислушайся к ветру. Твой взгляд устремляется ввысь. Мы как-то попали на эту планету. Ты где была раньше, мой друг? В каких поездах тебя вдаль уносило? Сразу поймешь, что имею в виду. Я так удивлен, о, как это мило. Улыбка даришь меня. И снова как будто одна. В сторону взгляд, как устоять. Выбираю слова, говорю аккуратно. Платок так идет. Ревную платку. Я будто поехала, страшно подумать. Отчего так везет дураку? И не объясниться кому-нибудь. Может, любовь, да, для меня сокровенная тайна, но рвется наружу и требует шум. Гуляю в саду, да поспоришь с цветами. Своей красотой я тебя нарисую. Забытое чувство, пламя внутри. И я уже мчусь к тебе неумолимо. Раз, два, три. Время сказать тебе все это самое. Мы посидели, немного выпили чая. Свободны. Около воды аккуратнее, пожалуйста. Приехали в Колодежное, Воронежская область, Подгорнинский район. Здесь, в принципе, уже у меня очень много было влогов, потому что мы сюда приезжаем с палатками летом отдыхать, поэтому, ну, в принципе, это все я вам уже показывала. Все вот это. Но почему бы и нет? Это место силы, место, в которое хочется возвращаться, которое хочется видеть. Там кто-то фотографирует, не хочу попадать в кадр. Но здесь очень много комаров, прям жуть. И чем ближе к воде, тем их больше.